еще один ролик. В прошлом ролике вы видели вот эту лампу, у которой все сгорело. Я ее решил стяжку не выкидывать. И вы помните, вот эту лампу мы ремонтировали. Короче, она погорела какое-то время, и у нее снова потухло все. Я так думаю, что уже проблема вот там в ее кишках внутри. Ну, разбираться, что там решать, не хочу. У меня есть вот эта лампа и есть от нее кишки. Я вот здесь вот ее отпаял. Что сейчас делаем? Ее вытягиваем, ее кишки. Оставляем ее кишки, потому что она-то горела, просто сгорели. Светодиоды. Попробуем. Я не знаю, получится или нет, но мне кажется, получится. Должно все заработать. Не выходит. Самими светодиодами. Теперь мы уже знаем, что чтобы ее убрать, надо просто вниз. Ну, что тут было, как бы разбираться не будем. Что-то тут было. А нам нужна вот эта площадка. Засовываем в эту лампу. Подписывайтесь, ставьте лайки за попытку. Всем спасибо, пока, всего доброго.